смотрите, какие они чистые. Но все равно нам нужно его разрезать, посмотреть или нет. Внутри червивости. Ну, и шляпку тоже. Какие чистые грибы. Okay. Смотрим, тут чисто, значит, можно порезать. Давай сделаем тушеные грибы. Конечно, сделаем и тушеную картошечку с грибами. О, это как, по-моему, позапрошлом году делала в банках. А, солененькие? Угу. Напополам. Дай. Ну, тут он более пористый. Я не знаю. А, вот есть, видите? Вот почему он пористый. Есть червячок. Да, несколько грибочков, и дуршлаг уже заполнен. Сейчас они немножко стекут и в пакетик на заморозку. Так я делала в прошлом году, нам понравилось без отваривания, потому что когда начинаешь их варить, они очень заполняются сильно влагой и уже не тот вкус. Чищу и думаю, ну какая же красота, как жалко ее обрабатывать. Так хочется как-то его запечатлеть. Такую красоту. Да, и я не буду. Правда, обрезков очень-очень мало. Не буду их выбрасывать. Где-нибудь на даче, под кустами, под деревьями. Там, где много листвы, я вот эту грибницу хочу вылить. Ну, кто его знает? Красавчики. Как будто бы сказочные. Такие толстенькие. И самое главное, практически нет отходов. Они все чистые. Не нужно ничего выбрасывать. Все чистенькие. Поэтому это классная удача. Этих грибочков нам хватит на целую зиму. Все, подходит к концу моя чистка. Закончила свою работу. Вот сколько пакетиков получилось. Пока-пока и до новых встреч!